Так, что тут падает на сову? О. Тут только токен падает на сову. Ну да. Класс, блин. Не знаю, злобный, давай ты пока, может, отдохни. Так, попробуем закрыть. Поставьте столик. Возьму это, штрудели. Так, Бен, это получается стихия, это Элем, а призм Энху. Так вот сделаем. Дай столик этот, World. Столик, маг, ворлд, тут нет. Сейчас еще таким составом только херяк и Джайна убиваем вообще, да? Вот давайте. Сейчас будет отъесться. Давайте еще одну готовность. Вы уже проходите проверку. Так, в Рахиле еще нету Ладиста. Ты куда? А, ну ладно. Не, я уже ел. Дается? Ничего не надо. Равис тут? Ну этот, ну хулидринка проси, я не знаю, ну кто в кукле сможет? Я не ебу нахуй, ну блять, ну так давайте разойдемся нахуй, ну навайпаемся, блять, хули. Не умеете, ну так давайте, не будем ни учиться, нихуя не будем, просто разойдемся, блять. Давай тогда Хулюк будет на боссе, а я буду в этом в кукле. Ну давай. Какой, блядь, я как будто босса умею. Хули там уметь, просто ЛПшку не удаешь и все, и водишь, блядь. Ты ж допейсил, да, отводишь, приводишь. Я думал, Хулюк это какой-то... Ну такие интересные, нахуй. Ну так давайте не будем, я говорю, давайте разойдемся, блядь. Давайте в кукле попробуем. А вы что себе просто? Заебись. Злобный убери. Да, хули нахуй. Я в ахуе просто. И призана обратно в хила. Призан. Жесть. Чисто себе этот спекал собирает так просто. Чтобы смотреть на него. Между делом. Так, злобный стоит в группе, приглашается он. Чё, злобный, где уже успел? Да нигде не успел, у меня опять что-то зависло нахрен. Охуеть. Может быть, у тебя патч на духов там или какая еще залупа? Не, нет, я патч на духов вообще не ставил, я без него играю. Охуеть, блядь. Давайте так троить, я не знаю. А не люблю щиты, он чё чилит нахуй, сидит до ранен. Не знаю. Ну а хули, блять. Он что-то в Дискорде писал. Писал, сейчас проверим. Мне в целом нельзя, там так холодно. Смотреть нельзя. Давай в рейд заходи. Не слышно нихуя, тихо говорит очень кто-то. Заходи тогда на ДК, Слава, будешь в кукле. Чтоб не было тут. Пиздец, мы сегодня вообще бить будем, а? Так. Я уже фласку одну проебал.
Блять, я сам на таблетках нахуй. Ну и хули парацетамол. Щиты да. Давай раскидывать. Тоже. Мы тут все болеем. Пронесло тебя, хурюк, блядь. Но все равно учиться надо. Да что там уметь, блядь? Да, потом научусь. Да не станет плохо, ну, блядь. Пацаны просто переживают, потому что это ответственность большая. У тебя самая простая игра, блядь. Один щит кидаешь по КД и все. Ебать. Была Гера, нету Геры, нахуй. В смысле нет? Все есть. Да, Слава зайдет, не та сопротик. Дай пати. Че, кто в гильдию нужен? Кого искать? Ну, людей, которые не зависают. Людей, которые не плюют в других людей, нахуй. Людей, которые хуйню не страдают во время РТ, скажем так. Кому надо саппорт? Даже я хуйней страдаю во время РТ. Все страдают. Алкаш. Я не алкаш. Не надо мне пиздить. Блять, ну ты тут нет. Сука, ну мы сейчас ждали каждого по 10 минут, нахуй. Я так заебался уже со слова сидеть, нахуй. Тупо, блядь, в монитор пялится. Да. Хули, вот я ему кинул обмен. Все 24 приняли готовность, люблю щиты нету. Вот где он, блядь? Профа увидел, плохо стало. Пошел за таблетками. Я уже сам скоро начну об стол биться головой. Пиздец, блядь. Вот блин. Это блин пиздец. Синтек, ты, кстати... А, друид-инвалид в хиле, да? Че, может тебя вместо приза накинуть лучше будет, да? Или нет? Да не, пусть так будет. Нет, давайте... 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 Давайте вместо приза. Это у меня быстро. Вот опа. Пиздец, я не знаю, нахуй. Ну, заебись, рейд, мне охуенно. Просто, блядь, кайф, нахуй. Давай, синтек, лучше похилить, потому что два хотера лучше будет. Собачий кайф. Слышишь? Призаном. Слава, завтра гейм-хэм будем? Нет, это завтра Гера будет. Завтра Гера. Спад, конечно. Это пиздец. Вообще плохо. Что, только если вару будешь кидать, кидай за 2 секунды до пола, чтобы я видел, что он на мне висит, чтобы свои бурсты не наверное, нужен. Войду надо начать пить валерьянку. Только спокойствие, Войд. Так он мне валерьянку. Только закидываться надо по-черному уже. Ну кидай катуку там сильнее. Видать, топа что-то промолчал про то, что он отошел. Ну только я не понял, он что-то говорил АФК, что-то, блядь. Блядь, я хуеваю, нахуй. Давайте хули по очереди походим по АФК, нахуй. Шли 2 часа. Да ёбнем пока. Топа, друг, вернись. Охуеть. Вы чё, рофлите? Он чё, ушёл, что ли? Вылетел? Топ. Я захожу. Он заходит, слава богу. Ты нас так не пугай. Нам так я же сказал, я перезагружу, у меня фризы пошли. Тебя не слышно было. Да, непонятно было, что ты сказал. Ну вот поэтому и пошёл перезагружаться. Я уже всё, захожу. Лагинишь. Вы поцеловали кого-то под веткой Амелы. Это кто, Равист заходит? Да. Вот этого пала обратно чилить. И этого Рависта тогда возьмем сейчас. Нифига. Охуеть, да? Просто, блядь, вместо того, чтобы убивать боссов, мы сидим, тасуем людей, блядь. Чисто Лего рейд. Лего, блядь. Но это чтобы потом за 2 часа все принести. Там черный стон так-то лучше одет.
Там просто такая хуйня, дайте, что... человеку шанс показать себя. Человеку написали, блядь. Он отдельно зашел, блядь, вы его убираете. Ну, черный... он просто говорил, что он тактики не знает. Ты черный стон тут, в Дисе? Он говорил, не знает. Он, по-моему, как хилу тактик, почти нету там. Там, короче, вон, это, пельмени не лови. Блядь, сейчас посмотрим, блядь. Ну ты посмотри на него. Он почти... Я тебе верю, Синтек, блядь. Я тебе верю, блядь. Пусть похилит. Просто хочу дать шанс новичкам, да. Все, Сократ, можно пить? Ну, конечно, даже нужно. Все готовы. Пью куклу, хотаем ее, куклу. Это. Пока что не пуляем. Ой, блядь, наконец-то экшен. Значит, готовимся, подходим поближе. Будем пулять на счет 3. Раз, два, три. Поехали. Уже выходим. Две варды, да. Не стойте в них, главное. Веди к зеленому туда. Зеленому веди, это говорите ему, что отвести там, когда колбы, когда что. Быстрее к зеленому, милики, уже бегите туда, чтобы бить его начать. Че, мы по ДПС успеваем? Нет, что-то не вижу. 345. Дамажим. Изо всех сил будем пробовать переводить лужу прямо в черепок. Переводим, переводим. Изо всех сил дамажим, ничего не стопаем, просто дамажим. Там, когда еще лица будет, еще можно переводить. Сейчас один, не знаю, как это появляется. Бьем, 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 бьем. Красный появился. Бьем, бьем, говорю. Я не успели. Этот зеленый дебаф, треугольник, не вижу нахуй. У вас что, 3 человека всего? Красный, красный, красный. Успели, надеюсь? Ну, откуда ты отлетаешь? Так потому что это красный. Ну, тут ты не зыбку должен дать. Ну уже, уже нахуй не надо. Ну что, нормально, 3 человека, 3 бойра же есть. А, уже нет, все. Уже нет, все. Говно ебаное, нахуй. Диспельте. Чего говно не звоним, назвал? Давай диван, это кто-нибудь из палов. Я могу объяснить, что типа так сделал, если надо. Да не, все норм. Парам-парам. Значит, когда слизень доходит зеленый до людей в треугольнике, блудника, ты даешь незыбку. Ну или первый взрыв он даст в них, ты даешь незыбку, чтобы... Под незыбкой они взрывы эти лутали. Понял, да? Это на двух переходках. Если не хватает этого, то дает этот еще вон массакру хулипал. Хулипал есть массакра у тебя? Давай массрез. Ну красный по кружку этому бегает. Куда, зачем ты к зеленому побежал? Смотри, сейчас я дай объясню. Красло сразу не замедлили, и он очень быстро ко мне шел. Потом я уже не видел, там замедлили его или нет. Я смотрю, у меня горит портал, и там этот зеленый. Я думаю, ну ладно, пофиг, я вот так тыпнулся и как раз отлетел. А так, если бы он бы сразу ко мне подошел, ну все, вайп был бы. Вот, ну как бы у меня, я вот так вот сделал. У меня спидов нету, чтоб я там быстренько мог там убегать и все такое. Шкаф. Так что мне я вот так вот сделал. Сумонимся. Где? Ну, чё, ну мы же масрез даем, чё вы покидаете тело? Шкаф, давайте, бедем, вставай. Дайте из локов кто-то, а то у меня последний рех остался. То туда шкаф, то сюда шкаф. Да, блядь, весь рейд по АФКшил, теперь настала очередь Биг Дэма, блядь.
Сейчас, пацаны, блядь, Биг Дэм придет, и я отойду нахуй. Хорош. А ты надолго? На полчасика где-нибудь. Он рыбу жарит. Да, я после тебя. Я понял, блядь. Очередь занимаем, да? Да-да. Если что, ситуация серьезная. Ну, нужно, блядь, рейд проходить. Новые люди. Просто. Новые люди, блядь, в рейде. Надо учиться, все учиться заново. Все. Смотреть внимательно. Можно задать, а пинга в данный момент ни у кого нету? Не повышенный? Нет. Вроде нету. Опять повышенный. У меня наоборот целка меньше пинг, чем в открытом мире. Все готовы, пью куклу. Подсказывайте там блудниги, если он что-то не ведет там. Блудниги. Ну, лужи разлились, и сразу веди под кран, там, где зеленый появляется. Там просто поломано было то, что он бы сорвался бы и побежал бы в рейд. Это, там, что там, из истерии будете давать, давайте ее, блядь. Котам. Сразу, блядь. Просто я стоял, сейчас ждал истерию, а ее не было. Давайте. Я не попал в тебя, я в Серджа попал. Раз, два, три, пуляем. Все, вот так пойдет. Лужи выходим. Заебали, парировали. Так, зеленого зергаем. И также переводим профа, то есть ничего не стопаем. Максимально быстро зеленого зергаем. И профа переводим. Сейчас можешь профа к столу потихоньку вести. Один процент. Переводим. Зеленые убежали уже? На мне что ли? Страшно. Ну что за хуйня? Не зыбку надо было, ага. Он есть не зыбка. Мудфокс резнейшего дикона после стезней. А Виланя вылетел. Да, у меня просто краш. Пиздец. Что за хуйня? Керас. Куда ты, блядь, алло? Суицидник. Где ДПС-то по зеленому срезни будет он вообще, нет? Или так какая-то, блядь? Не спойте, опять падаем. Или вы решили не бить его, нахуй, как это работает? Ну, видимо, они все, блядь, побежали в угол. Просто, ну, возможно, кто-то не знает, блядь, тут на вас, вы, когда появляется два слезня, вы смотрите в свои дебафы, блядь, и те, на ком, блядь, зеленый дебаф, бегут в зеленую метку, а те, на ком красный дебаф, остаются в центре комнаты, ну, это же понятно. Просто сейчас стояли, зеленого ковыряли, ковыряли, а потом хуяк свичнулись и убили его в два раза быстрее, чем до этого ковыряли, блядь. Есть диванчик. С чем это связано, блядь? Да помрите уже, зайдите там в лужи такое. Керус, ну ты понял свою ошибку, да? Человека выкинуло. Ну, выкинуло-то Авиланию, а Керус-то не сбежался. Может, он просто не говорил об этом, и все. Заходите, мы с Унем. Вы заходите. Я зашел в угол, и у меня сразу же крашнуло буквально. Ладно, лучше проще сделать так, народ, если там кто не понимает тактику или вообще ее не знает, вы лучше там плюсик поставьте в рейд-чат, вам доходчиво объяснят, кикать вас не будут, просто вам объяснят, и делайте так. Это еще шкаф. Как вам объяснят?
Это его дикон как сдох? От взрыва зеленого, да? Да, он на меня побежал. Хила не хватило, на мне еще чума висела. Да, его чума убила. Неудачно. Да, дамаг у Кирсори, конечно, полная хуйня. Бигдэм, он что, хуёво одет? Что он тогда может? Секунду. Ну, он пельмень поймал. Хз. Ясно, нахуй. Он с Андрой стакает. Ну вот, Биг Дэм попросил Сандера стакать. Логично. Кровожадность. Биг Дэм что использует? Он больше мощный удар. Ребят, надо постараться. Тут мне чуть-чуть душ осталось дофармить. Вот чуть-чуть. Всех подвел? Нет, ты не подвел. Пошарим с помощью. Ну, чуть-чуть. Так, пью куклу. Вот так вот бывает. Чуть-чуть влево сместись, пожалуйста, Войд. О, нормально. Что-то не стакается нихуя. Что за хуйня? Ну там шанс что-то небольшой. Давайте на счет три. Раз, два, три. Лужа, выводи. Выводи его уже быстрее, пожалуйста. Больше дамажим. Так, на зеленого не бежать. Вот сейчас он лужи еще кинет. Вот сейчас сюда лужи прилетят. Добиваем и профа переводим. И по профу больше хуярим. Готовьтесь, сука, переходка. Зеленые колбочки у себя в дебафах найдем, блядь, и в треугольничек забежим, блядь. Поближе встаем, блядь, между треугольником и крестом. Красный. Перевели. Давайте бьем. Вот готовься, сейчас взорвется. Давай не зыбку. Ну, добивайте быстрее красного. Захильте Белфаста, ну, блядь. Это уже пельмени пойдут. Захильте. По зеленому. Пельмени летят прям в зеленого. Выходите оттуда. Бомба химическая. И сейчас скоро еще будут пельмени. Он... Вот еще раз. Еще раз кидает, отбегайте. Хулидринг. Ну, пиздец, нахуй.
Ну, вот сейчас скоро будут еще одни бомбы, сразу готовьте. Керус, бомбы, 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 точнее милишники. Керус, Фридринка. Где оттуда, чтобы милишники быть? У меня ДБМ бомба. Блять, вот сука, говорю, отведи его оттуда, блять, колбы взорвете, стоите прям в колбах, не видите, что ли, нихуя, блять. Бомжи, пиздец. Можете колбы говорить, у меня колбы он не показывает. Я сейчас сказал, да. Говорю, колбы, блять, да уже пизду. Поставил. Диспельте, блять. Блять, ну он, я, если я он не знает, нахуй, ну хули, блять, с него толку, нахуй. У меня вот показало. Смотри, здесь да, блять, не надо ничего показало, он их ставит на пол, их видно, нахуй, глазами, нахуй тебе показал вот это. После перефазы, ты видел, возле стола он поставил колбы. Я тебе объясню, дай бог, смотри. Здесь ты вот на столе, он ставит, как только появляется, под стол сразу, и после этого не по таймеру ставит вторые, то есть вот это вот колбы, это, ну, в геле такая хуйня. И после этого начинает ставить их по таймеру. Вот эти две колбы... Я просто знаю, первые без таймера идут, только я увидел то, что под столом колбы, поэтому я подумал, это не первые. Я тебе сказал, говорю, сейчас будут колбы, веди к стене, блядь, ты стоишь его держишь. Я говорю, колбы поставил, отбегите, вы стоите все в колбах, блядь. Ну, или надо крикнуть там, заорать там, ну, спокойный голос, не понимаете, или да я в ахуе просто, блядь, я не знаю, глаза у вас нахуя, ну, почему, вот как ты с закрытыми глазами играешь, блядь, почему тебе говорить должны, блядь, колбы, он ставит их рядом с ногами, нахуй, две оранжевые хуйни, нахуй, почему ты не можешь посмотреть и отвести? Зеленый, желтыми буквами на экране пишет, профессор Мерзоцит, химическая бомба, блядь. Он все пишет, блядь. Пельмени ловите, блядь. В лужах стоите. Это пиздец. Там ума много, не надо, нахуй. Ну поставил он колбу, отведи, блядь. Только ты заранее поверни его в ту сторону, куда будешь отводить. Ну хули, ну вот и Авелания уже уходит. Всего же большинство на циркуле играет. Хули циркуль. Вот сейчас учить всех с нуля нахуй. 10 человек новых в рейде. Больше некого? Вон Рависта возьмите, он есть. На сове. О, не ОКД, а на сове. Он собрал вчера, да, после? Лучше не спрашивай. Че, нет, что ли? Когда повешал только. Нет, к сожалению. Че, они не убили ее? Нет. Да кого и нету, он еще ФК, блядь. Они ему хоть возместили за это? Что он когда проебал? Как ты думаешь? Тогда надо было написать и сказать, сука, возмещай мне, блядь. У меня гильдия 12-13 закрывает, а ты мне, ведь, не можешь 13-го босса закрыть, и тебе хотел платить за это. Из плюсов могу сказать только то, что я научился делать два колечка одновременно. Какие колечки? Да. Кольцо можешь пробивать? Ну, типа... Или по штук 10 сразу можешь пускать? О, мифик врывается, смотри, сейчас огонец, он тебя... сейчас он тебя научит, блядь, траву курить. И чё, пускает. У кого сейчас в ДД синтека закидывать? Ну, давай синтека. В смысле, ну, РДД типа, подряд... больше нужны. Подряд 10, подряд 10 умею. А ты умеешь подряд 20 делать? Чтоб сразу по два выходило. Вот я научился, пока с вами тут рейдил. Это правда. Да. Вот Фокс, ты где там? Слышно меня, не? Ага. Да. Че у тебя случилось? Алло, слышно? Да, слышно. Да, да.
Так что это, ребят, если, блядь, сретесь в гильдии, сритесь в личку, ну. Или отдельный чат создавайте, если сритесь в него. Не надо вот в общий чат, гильдийский чат или что-то такое. Свет куда-то ушел. Потому что нахуй пикнул, блядь, и потом проходить не будет. Злобного раздупляем, хули. Надо создать, знаешь, чат с названием «Пассируйки» и отправлять туда всех, кто срется. Руки. Я, это просто, понимаешь, это человеческий фактор. Люди же, они хотят как... как это называется, блядь? Выебнуться, да? Вот так, наверное, называется. Наверное. На публику. Нет, это... Сыграть на публику. Называется... Игра на толпу. На публику, да. Игра на публику. Просто парадокс в том, что ты... ДС не обращаешь внимания, когда орут там или что-то еще, а в чат в общем ты обращаешь внимание. Я и то это обращаю. Это сейчас было, говорю, это уже было, блядь, просто как... Это уже это следствие. Это уже предел, конец, блядь. Следствие, да, вот именно, правильно. Следствие того, что было до, блядь. Ну, блядь, кикать чел из-за того, что он что-то в чат, блядь, там вообще пишет кому-то из рейда. Не вот смотри, если... Знаешь, как это называется? Следствие. Это называется провокация. Да. Это уже было все решено, он его спровоцировал, тот сагрился, нахуй ливнул из рейда, все, пиздец. Вся хуйня понеслась. Зачем было провоцировать человека? Ну типа, нахуя просто? Ну ты пришел играть. Потому что тот, блядь, тоже его провоцирует. Да как нахуй он его провоцировал? Ну тот его... Просто возможно... вы, блядь, не видите. Так в том-то и дело, что мы его не видим, а Бенстиллера видим, нахуй. Ну нахуя? Ты будь умнее, блядь, просто. Я просто не знаю, сколько лет Бенстиллеру, там, я не знаю, ну, как, ну, нахуя он это делает в чат? Сейчас вы посмотрели в чат, а до этого, блядь, когда тот его обзывал, вы не смотрели в чат. Что теперь, блядь? Провокация-то была по факту, вот и все. Я его просто приехал и исполнил. Я вообще удивляюсь, с чего, ну, это надо было начинать. Ну, типа, как это у них началось, я не представляю. Ну, вот, что первым толчком послужило, блядь. Что-то там... Ну, наверное, блядь, потому что ПС себя грубо ведет, огрызается на всех. Блядь, я говорю, вы за собой. Не договаривается ни с кем. Ну, его уже нету здесь, блядь. Следите за собой. Ну, а Бен, блядь, нахуй, что сделал? Нахуй вы, блядь, начинаете... Там что-то. Ну, в данной ситуации неправы оба, блядь. Ну, нахуй вы, блядь, смотрите на другого человека и пытаетесь себя оправдать за счет его, ты вот посадите за собой. Ты просто сам стопни эту хуйню, и все. Я говорил с ними, и с Беном, и с Песса, и с Ностальгией. Они говорят: да, 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 мы, блядь, если надо, извинимся, типа, блядь. По итогу, что я вижу, блядь? По итогу, нахуй никому. Им интереснее, вот, ну, не для этого мы собираемся, ну, чтобы вот этой хуйней, блядь, обсуждать всю эту хуйню. Я не знаю, нахуй, что расходиться или что, блядь. У нас нет одного тела. Пошли Вальку туда уже. Реальный принцов. Да, Валя принцов. Ага, нахуй. Блядь, да, конечно, блядь. Я уже в это не верю, нахуй. Профаны, блядь. Не, ну Вальку-то закроем, блядь. Да не, нахуй, ну какой смысл идти, блядь, бить? Не знаю. Я вот, мне вот, например, профаба убить. Мне бы тоже. Теперь просто тут нет людей, которые, блядь, умеют его убить, вот и все. Мы можем его сейчас убить просто. Ну, сейчас танк понял, что там колба, блядь, все. Ну, слизней мы убиваем, переводим на второй. Спустя 20 траев, да, убьем базара 0. Какие 20? Ну, блядь, 2 трая сделали. Ну, блядь, думал... а сколько, нахуй? Ну, видишь, так же, когда лича никто не знал, да вспомни, сколько мы травили лича, блядь, синдру. Ну, мы лича не травили даже 20 траев. Слава, на этом КД и РСК будет? Может, если все хуево, он сейчас сложится в РСК, в обычку скорим хотя бы. РСК. Рубиновое святилище. Да, зачем что-то закрывать? Если так постоянно брать людей, которые не одеты, то надо, блядь, во все рейды ходить, нахуй, вообще во все. Так видишь, вы что, как бы, сначала ходишь, вы пододеваетесь, блядь, начинаете, блядь, вам, видимо, скучно, заняться нечем, начинаете, блядь, боковать. Кому вам, друг. Ты мне объясни, блядь? Ну, я сейчас в данный момент имею вот тебя, Бен Стиллера, Песса, Ностальжи. Ну, конфликт же ваш был, правильно? Да Седжу вообще молчал, сидел. Это, блядь, не мой конфликт, нахуй, понимаешь? Я не знаю. Просто сидишь сейчас, впрягаешься за Бенстиллера, как ну, будто... Ну, потому что, блядь, мне обидно, что охуенного мага просто выкинули из гильдии. Мне теперь что делать? Я с ним общаюсь. Да, я не хочу ливать, например, с гильдии.
Мне обидно, что его кикнули, и все, я впрягаюсь. Ну, да, впрягаюсь. Сейчас посмотрим, но я потому не знаю. Потому что по факту, нихуя, ну, Бен теперь тоже обиделся нахуй, и все. Просто за какую-то хуйню в чате кикнули из гильдии, это что, блядь? А за то, что так, нахуй... ты ему задай вопрос, нахуя? Пресса и ностальжи орут весь рейд, нахуй, там что-то вообще кому-то там... хуй пойми, какому поводу. Это похуй. На это мы не будем их кикать, блядь, долгое время. Ну их просили часто, просто сейчас не, ну, дошло не до того, что люди хотят... Погоди, стой, короче, пацаны, все, вот это пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот так, базарит он что-то, выслушиваешь, да, то есть человек, ну, считаешься нормальным, адекватным человеком, если ты так считаешь, то вот так-то, говоришь там, пацаны, вот я вот сейчас тоже слушал, я дождался, и все, вот, я вот слово взял, и... Вот, допустим, у них ситуация такая. Вот он что-то там Песа, там, да, там, или ностальжи, что-то мурканули, там, терпермур, вот это у них начинается. Все, просто так берешь, так, а ну, пацаны, там, слово, пару. Как начал, так просто, грязь, любую. Шо, вот что тебе хочется, как тебе хочется. И скажите, только не перебивайте. Выговорился, получил за это 100, 200, 300 гп, хуй с ним, отмоется. Так, высказался, потом вот так, кнопочка. Где? Ну, короче, как-то там она делается. Чпок, мут, не слышишь. В игре чпок, чес, не слышишь, не видишь. И похер. Бегать, дамажить, делать свое дело. Все. Чичок, какая разница. Мне вообще похер. Я ему высказал. Он мне раз написал, я ему потом высказал. Чес замутал, все. Я не слышу, не вижу. Мне вообще похер на этого человека. Еще б, если в детейльсе можно было как-то его убрать, вообще бы идеально было. И мне вообще похер, что они, кто они, как они там, вот это вообще. Вот так как-то так оно все и решается. Ну а если вообще по-нормальному, то ну как-то в гильдии, вот так как у нас адекватная гильдия, лучше не ссориться. Зачем смысл ссориться, я не понимаю. Ну не будет такого, что будет, блядь, знаешь, там взаимопонимание и мир. Но, не, ну все равно как-то должны к какому-то приходить хорошему. Так ты вчера с Песа сам, по-моему, срался за души. Я с ним не срался, я просто высказался. И все. И на этом тема закрыта. А ГП не полутал. Так а кто ГП лутает? Ты же говоришь, надо высказаться и полутать там 100-200 ГП. Я не сказал, я говорю, если полутал, то уже похер. Оно все равно пропадет, то ГП. Вот. Я не сказал, что надо лутать. Я сказал, а где ты, Султан, что он может с монета? Он сидит. Ну, Султан вообще где-то был. Он извинился за то, что он нас подвел. Я ему сказал, да нет, ты не подвел, но может чуть-чуть. Вообще, он вообще-то в ДИСе. Так что ты можешь к нам залететь, друг. А че он не заходит? Ну, у него же маг. Ладно. Минут 15-20 уйти. Я не знаю, что тут высасывать уже из пальца, блядь. Походу это все нахуй. Я не знаю. Чем ну... память в гильдию искать? Будем собираться заново завтра или нет? Не знаю. Давайте я вот, подумаем. Например, даже на форуме оставил заявку в гильдию. Стоит нам завтра собираться в Геру или ставить ГМХ на Геру забить или что? Или что будем делать? Не, ну по крайней мере надо будет хоть как убить после там тех двоих. И этого... Кого искать? ШПшников? Да если за такую хуйню и дальше будет продолжать кикать, то он тут, блядь, не останется людьми. А, и люди, блядь, посмотрите тактики, блядь. Ёбаный в рот, а? Ну, как ты, ты спроси... Кто там говорил с Бенстиллером, поговорит? Спроси у него. Да я уже узнал, он пиздец в негативе, нахуй. Ну... Смотри, я объясню. Он в негативе из-за того, что ты не обращаешь внимания на voice чат, зато на обычный чат, именно на него, ты обратил внимание. А когда они его хуесосили вдвоем с ностальжи, ладно, ностальгии ПС здесь нету, спроси у него, если он пойдет обратно, то я верну его с ИП, верну. Вот, если пойдет, то... если пойдет, то пойдет, если нет, то нет. Ну и это, мне кажется, с РДД проблема... Будет у нас просадочка. Мне кажется, надо бигдему на шипешнике начинать играть. А этому шелфиру надо будет не на роге, а на шелфире. На манге. На манге буду ебашить. Блядь, люди, вы тоже, блядь, у вас же тоже язык есть. Скажите, вот меня там то-то, блядь, как это называется в нынешнее время, гнобят.
Блять, ну, я вот смотрю, вы же, блядь, играете, блядь, тут все показываете. Вы напишите тогда отдельно это, хоть вы крысятничаете. Один хрен. Да, вообще, просто, знаешь, такую позицию, ну, типа, вообще похуй, что тут. Ну, вот ты заходишь в игру поиграть, вот, например, зашел, ты зашел сюда, там, что-то выслушивать, там, вот, например, вот это вообще нахуй. Зашел, ну, поиграть, да, мне тоже пришли, нахуй не надо. Собрались, боссов убили, блядь, рейд пронесли, все, каждый пошел своей жизнью жить, блядь, дальше что-то заниматься, делать. Ну, там пошли какие-то там десятки, сходили, еще что-то, ну, какой-то, ну, что-то, какая-то активность в игре произошла. Я вообще вовку захожу, 25-ок. Ладно, ну, это самое, еще раз спрошу, мы завтра что, Геру поставить или ГМХ поставим? Геру. Геру поставим, да? Геру. Все, завтра также вот 16.00 стоит. Так, это я удалю тогда, потом как-нибудь сходим. Мы сейчас-то будем поносить дальше? Можно было просто сейчас Вальку хлопнуть. Вальку? Ну, может, принцу. На одного... Валька принцы легко сейчас проносится, так. Ну пошли, пошли принесем, звоните мне обратно. Осколки хоть до Меркурия куда души вон подфармил. Ладно, Вальку, блядь, вы думаете, принцов ёбните? А почему нет? Вроде с запасом ДПС был всегда. Ну сейчас, конечно, опа, тут трэш резнулся. Опа, как же мне повезло. Мы сейчас вайпнемся просто и пойдем сразу на Вальку. Ну да, да, да. Давай, пацаны, что вы действительно трэш не можете убить? Обидно, блядь, я... Когда позавчера специально не пошел магом, блядь, то, что мне приор нужен был на токен, блядь. Токен нахуй, токена мы не выбиваем теперь, блядь. Квартами мы еще бьем. Сходим. Да, сходим, понятно, что просто я мог бы, блядь, залутать тоже. Я бы тоже мог бы это спиздить токена, потом еще и штаны, и видишь, токен тоже не упал. Да сходим, типа, если надо будет, я могу на твою магию пойти, как бы. Ну, пишу все эти штаны, когда пока Гер не откроет, блядь, этот око, да, против. Это, конечно, все такое, блядь, но... Я вообще, блядь, не понимаю смысла от этого око в шмате, если... От чего? Ну от шмота, блядь, они хоть какой-то там 280-й бы сделали хотя бы или что-то такое. А, собак, духа, собак, да? Не заденьте, собак, да, не заденьте. Да, да. Алло, блядь. Бока, внимание, блядь. Не заденьте собак, их не надо бить нам. Не, ну хотя бы не 280-й, там 277-й уже тут хотя бы. Так они есть 277. Шмот вот это. ЗС и так 277. Шмот отель в ТЛК, он будет еще долго открывать. Ты просто поменяешь только Т5. И собак не тоже. Сагрите, да, говорят. Все похороны. Собак нет. Не сагрите, да, говорили они. Да, 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 да. Там демон бесиков оставил, и лем магов пиздец, нахуй. Демон, ты куда вы побежали? Мне вот просто интересно, нахуй. Бичи, блядь, бейте собак теперь. Да это вайп, наверное. Да какой вайп, хильте, блядь. О, нормально все захиливается. Ставлю звезду, вот эту первую зергаем собаку. А кто там души хотел? Он и сагрил, блядь, все. Спасибо, я этого не забуду. Быстренько звезду бьем, посильнее, ДПС где ваш? Эту хуйню нефть небес готовьте, под этот, нефть небес давайте. Так, а что там на мне стаков? Ну тебе уже много стаков, ну, а да, ты их надаешь. Забери тогда. И прелесть тоже забери. Ну вот ждать там, там вот откатится. Ну откатится заберешь. Как скинуться я заберу. Паладин на частицу. Ну себя здесь кидают. Бидон, не сдохни. На нахуй. Ну все, бегите, резайтесь. Все, прелесть осталась. Добиваем. Боже, дай мне сил. Да, блядь, совсем не ожидал я, что приду, такая хуйня будет. Ну, вчера уже хуйня была.
двух нормальных хилов нету, и все, блядь, пиздец начинается. Ну, не говори. Да, сейчас пока люди привыкать будут хилить, танчить, всю эту хуйню делать. Не любишь щиты, ты мне скажи, ты... Это... То, что ты, допустим, болеешь, это я знаю, но... Как у тебя вообще с игрой на присте? Мне тебя рассчитывать как этот, как хил? Или что, как? А кто такой Апофис? Там ленточка, отдай кому-нибудь. О! Это, поставь шкаф, Мифик, сумани, пожалуйста, мага. Где-то есть, или притон, репу пофармлю пока. При том, что Бурибай это получилось случайно, нахуй. Ну чисто, блять, я на шару дал. Сейчас, ага. Чё, вы посумоните или не агрите? Или агрите? Сейчас, сумани, сумоним. Давай сумоним тогда всех. Ну, Хорватия, Марокко 1-1. Внезапно. Да вообще не внезапно. Марок хорошо играет. Я даже не удивлюсь, они выиграют. Так мы на принцов пойдем сперва? Ну да. На Валю. Принцы, потом Валю. А, там мне не надо. Че там, где они? Принимайте сумон. Мерлин это кто? Это кто? Не знаю. Я на форуме оставил заявку в гильдии. Может, оттуда вон. Ой, блядь, Синтек, блядь, не выебывайся. В смысле? Нам нужны люди. Я использую все. А, ты на форуме написал, понял, то, что набираем, собираемся. Ей, ну, все тут. Так, а ты же еще и вчера, да, оставил заявку. Я видел. Ну, да. Ты там 226-х набираешь? Там Бурябай, ну, спрашивают, знаю, кому ленточка надо. Вы что, сука, дрочите, что ли? Что, нельзя было похилить? Бурябай, оставь себе. Ты ж паладина, она розовенькая, чё? Друид инвалид, дай мне БР. Нет. Я хуеваю, почему не хилили, блядь? На тебе кулачок. Короче, это, Пинцов, Вальку, до Синдры портал откроем. Сейчас посмотрим, короче, полтора часа у нас есть. И в три танка Пинцов будем бить. А, кстати, вот я хотел спросить. Не... А у нас на Новый год там неделя будет отдыха, нет? Да, наверное. Да, 31-го собираемся в ЦЛК. Может и не неделя, ну не знаю, дня 2-3, может точно. Слышишь, Слава, говорю, 31-го в ЦЛК собираемся возле Лича. Он будет подарки раздавать. Блять, почему? Я вам стрим, блять, от первого лица устрою, блять. Говорят, если стоять 31-го, прям как будет кто-то бить. Если стоять рядом с ключом героики, говорят, он, короче, подарки раздает там ЖМ, ВХ. А еще ловушки и раздает. Товары легендарные раздает. Слышишь? Еще бесплатно, говорю, ловушки раздает и сквернение. Ну это так. Мимо ходим. Топовый масс диспел, конечно, но, блядь. Не понял, блядь. Все, 109 душ осталось. Аж победа. Ну вот, двух боссов завалим, это уже 80 или 40. Там 150 душ. 150.
50 эти? Ну с каждого по 50. Ого, ни хрена себе. Вали его не получает 50. Точно. Нахуя пачку сагрили, ну, блядь. Кто-то купал. Да, он... Друг с Крыма вернулся, если получится, затащу к нам в Гельду. А у него... как у тебя, Слава, 10 персов, ну. Да? Да. 10 персов. Танки и хилы, да? И танки, и хилы. И рейлит еще, да? Не, ну рейлит нет. Не знаю. Если мне чуть-чуть больше... Не люблю щиты, ты будешь рейлит, это хилом играть или что? А то тебя как-то это... Мало тебя. Да. Да, и этого ответственного я зеленку пособираю. А, понятно. Да просто поменять, да и все. Да, лидер у Синтека вообще. Да. Ладно, дам хулидринку забрать. Так, знаешь, соответственно, добычу. Вот холидринг, как креснешься, можешь полутать зеленку. Спасибо. Так и быть. Раз ты у нас лучший энчантер в книге, изменишь поток чар. Заметь, только из-за потока дал ему возможность зеленку лутать. Ну да. Надо хоть глянуть, где его вообще полутал. Так, кто в третьего танка пойдет? Со сквернобота падает. Порюхман. Потанчишь тогда Талдорама. Хорошо. Один из Валанара. Экелесита. Чаром, блядь. Блять, как он так шотает, нахуй? Ну, казахстан. Телепортируется, шотает, да? Но. Бывает же и не шотает. Бывает. Интересно, что у него там физурон или какой у него там? Атака ближнего боя на 3. Физ. 30 тысяч, но тут даже щиток не спасет. Так, на кинетике кто там меньше всего ДПС? Смо, маг, это второе окно чьё-то или что это? Это я во втором окне репу фармлю. У всех вылетел? Всех, видимо, да? Да, всех, видимо, да. Охуеть. Так, пошел просто, вот это подарок. Одни ливают, вторые АФКши. Тут еще эти пиндеры со своей игрой. Я вообще в шоках. День удался, да? Ну, такие рты, блядь, их надо на эту, блядь, как... Намыло. Еще и компьютер у меня заглючит. Потом интернет пропадет, выключат свет, и начнется опять прилетухи жесткие. Ладно, я пока полежу на кровати. Послушаю вас, скажите, как там запускают. О, запускают, бля, сразу причем. Да ебаный в рот. Вот западло, да, какое? Меня жена постоянно так подкалывает. Только не запускает, это только тебя, походу. Только тебя, походу. Соединение, ну, разорвало. Сын админа. Я вас понял. Я, короче, тогда лучше в туалет схожу. Потрачу время с пользой. Да, давай, иди покакай. Да, спасибо. Да. Вот, вот, чтоб все были как Серджио. Желали мне удачно покакать. Он не говорил удачно, блядь. Конечно, просто иди, сказал, посри, все, а ты уже... Ты уже там напридумывал сам себе что-то. Да, у Синтека розовые очки просто. Но он думает, что такую хорошую Ничего. Историю и не приукрасить. Немножко. Маска. Я просто хотел послушать, а неудачно это как?
Неудачно это, пиздец. Когда обрызг... Это был унитаз, Алекс, умудрился. Знаешь, есть такая хуйня, унитазы же разные бывают. Вот есть, когда, ну, внизу вода, короче, стоит, и прям... Ну, по целой Посейдоны? Получается, когда срёшь... А оно все, в жопу, да, вот это... Булькает, булькает, да, вот эта вода подпрыгивает. Да. А есть... У Синтека там просто дыра в полу, блин. А есть обычный... Чага. Да лучше дыра в полу, чем когда плюхает. Ну если он в общаге, то реально там просто дыра, скорее всего. В дыру оно просто падает, а когда плюхает, оно еще с отдачей. Ну там, понял, в телефоне не посидишь. Ну там похер на телефоны. А когда бумажки у тебя остается там вообще чуть-чуть, и что? А, хотя он, в принципе, в институте учится, он по-экономному может на палец намотать, вставить, прокрутить, и все. Пиздец. Эконом бахал. Ебанутся фантазия. Ни разу в жизни такого не видел, нахуй. Хуя экономист. У меня раз была история. Это, короче, с Крыма. Короче, вот это паром, вот это там переправление. Ебанутся. Ну, короче, вот это там машины, там много там что-то. Мы ждали, я так не помню, ждали. Короче, долго так, и все, короче. А батя мне говорит, типа, на, вот таблеточку маленькую, короче, ну, и срать не хочется вообще почти сутки. Я думаю, о, давай, мать, в принципе, чего бы и нет. Думаю, нормальная штука, чем для туалета, там бегать, искать, да, нахер она. Выпил, короче, я таблеточку эту. Мы стоим на пароме. Все, как захотелось. Просто пытаюсь быть на позитиве. Да, я тебе какой там позитив, там я в шоке. И куда бежать, я не знаю. Короче, мне показывает там батин кореш, говорит, малой, вон туалет. Типа, так стыдно туда заходить. Просто один туалет, и на тебя смотрит, ну, я не знаю, сколько там, 100, 200, 300, 50, ну, такое огромное количество машин. Я просто понимаю, и все ж по-любому, хоть один косячок, ну, посмотрят. Ладно, думаю, херня. Иду, думаю, похер, срать хочу, пойду лучше в туалет, скажу, чем мало ли что приключится. Иду, пришел, все, я, короче, рад, есть такое, все, довольный. Тут хуяк, смотрю, ну, я там думаю, ну, Крым-то уже ж Россия, ну, там по-любому бумага есть. Ну, я ж без задней мысли, даже ничего не день брал, залетал. Бумаги нет, пацаны. И умывальника, и все, ну, вот это, био-туалет, пластмасска стоит, ебать, и все, и что делать, представляешь, все жопа в говне. Я в шоке. Машины смотрят. И что делать? И как-то думать тоже быстрее надо. Что, ты ж там сейчас туда-сюда-то ехать, там что-то проходить, там вот это сумки, хуюнки или заезжать, я там уже не помню. И что, что-то ж делать-то надо? Ну, хорошо, что у меня сигареты, пацаны, были. Вот не поверите. Пачки сигарет я достал фольгу. Блядь, я на мокрый. Вот на булик я так аккуратно не достал. Это истерика. И вот, знаете, вытирал жопу квадратиками, ну, размер чуть-чуть больше ногтя. Вот на много частей поделил и вытирал. Вот, бля, вот я лайфхак. Ты ее вытирал или сошкребал? И сошкребал. И что там только не делал? Нахуя я пришел, блядь. Ну, я вышел, короче, с довольным лицом. А я думаю, вот, суки, думаю, вы там смотрели, думаю, там, может, что-то представляли в радости. Думаю, ну, если бы вы, сука, все точно, вот 300 машин, кто там был, вообще, сколько людей там же у гора, думаю, если бы вы знали сейчас мой вот этот вот поход, думаю, вы бы мне еще бы похлопали, когда я вышел с туалета. Там это было серьезно все. Еще что хочу сказать, да, имейте с собой пачку влажных салфеток и там моточек бумаги туалетной, то, что в дороге... Стопудов в дороге, но пригодится. Лайфхак. Главное, ты скажешь, я тебе с собой пачка сигарет. На крайний случай, блядь. Пачка сигарет, блядь. Не зря Цой пел, да, но если есть в кармане пачка сигарет. Значит, все не так уж плохо. Да, такая бывает. А бывает такое, что в располаге вся стена забрызгана. И такое у меня бывало. Еле добежал, блядь. Вот так шар делаю, а там на там сантим, пол сантима уже выглядывает. Там шар еще делаю, там опять сантим, пол сантима. А прийти дело в том, что, ну, знаете, вот,
Бля, ну сколько там, ну, бляха-муха, там где-то метров 7-10, там, ну, короче, грубо говоря, там 15 где-то метров пройтись, и все. И ЧП, и сдвинуться нельзя, и дойти чуть-чуть осталось, и что делать? А скоро построение, а на нем надо по-любому быть. Ой, и такое дело. Запускает. Да, запускает. Ты знаешь, что я рассказал про это, как пачка селезня, у нас смешная история тоже. Знаешь, это вот как идешь по дороге, там около села есть остановки и вот эти туалеты. Ну, типа, я понял. Я помню, вот как-то остановили знакомого, прям пиздец, приспичило, ждем его, ждем. Прошло полчаса, минут 40. Муж думает, что за фигня? Куда ты там пропасть умудрился? А знаешь, что он умудрился, сука, провалиться, сука, туда. Вниз, блин, у тебя все это, сука. Мы его спрашиваем, как ты, сука, надо повалился в ней? Да я потянул себя под тереть, если что. Да, не, ну это... Ну вы, конечно, товарищи. Он там 40 минут страдал, вы даже не заподозрили ничего. Нет, мы фиксим, всякое бывает. Ну, блин, по-разному бывает, приспичит-то. Самое главное, что не утонул и не захлебнулся. Я думаю... А так вся херня. Да, ну вот эти истории такие, конечно, вроде бы, да, такие говняшки, а вот как приключиться, и все, и шо. Там Топа, кстати, написал, что не придет, к нему соседи пришли. Ну все, Топа уйдет в разнос. Ебать, пинг 9000. Да? У меня 5, да. У меня 5, но вообще не лагает, все идеально. Буду, короче, делать дело. Гран-при Азерота. Нормально? Войт играл в Варкрафте 3-м Гран-при Азерота? Или кто-нибудь вообще играл? Да, я играл. Вот. Хотел бы, чтобы на Сирус добавили. Что это такое? Седжо, ну, а у него ник в Диссе ГРННГНМ, вот это, да? Да. Ну, я ему написал, не знаю, там, прочитает, не прочитает. Ну, это, короче, как Марио Карт, там будет в игре арена. Я был сейчас, и сейчас выкинул все. Там катаешься, типа, ловишь условные подарки, там выпадает... Там одно из пяти, например, заклинаний, которое там либо мину поставит, либо там как-то барьер какой-то против урона. Либо там так, ладно. Пострелять, а короче. История за историей. Все сходили покурили, а я нет. Я шкаф поставил, пока там все доделось, все зайдут, я могу так 5 сигарет скурить. Сейчас я быстро. Только сигареты с собой не забудь взять пачку. Вот. Не, у меня дома всегда есть салфеточки, бумага. Ну хорошо, хоть трэш убитый, блядь. А даже если всего этого не будет, там коврик лежит. Хулю пока спекайся в танка. Это. Была такая история, блядь. Челик, короче. Ну, с работы бежит домой. Ну и срать захотелось. Пиздец прям, ну, блядь. Прям понос нахуй. Ну, прям пиздец прям идет. Еле-еле уже, блядь. Жопу держит, прям сдавливает руками, чтобы не взорвалось ничего нахуй. И просто, блядь, забегает домой. Там, блядь, жена нахуй в коридоре, ну нахуй, блядь, отталкивает, блядь, бежит в толчок. Садится, все, блядь, пошло дело нахуй. Потом хуяк, да. Потом хуяк смотрит, а крышку-то поднять забыл нахуй. И пиздец, все в дерьмище нахуй, ебаный в рот. Просто крышку... Ну, он пытался. Пытался. Бывает, знаешь, нет... Вот говорят же, да, вопрос мотивации. Это история, да? Из жизни? Да, это реальная история. Вот говорят же... Пиздец мой, не ожидал. Из твоей? Нет, не, это не из моей. Ну, у Карифана был Карифан, короче. Ну, или есть Карифан, то есть вот он эту историю рассказал. Вот. Ну, а у Карифана еще была такая хуйня, ну, он экспедитором работает. И, короче, это... Ну... Ездить надо много, там, часа 4-5, там, другой город, по ночам, там, ну, сутки, считай, работает.
Значит, и захотелось срать, блядь. Он развозит это молоко, короче, по магазинам. Ну и это, получается, захотелось срать, и он что-то это... Ну, в будке там молоко это сортирует, все там раскидывает на магазины. И хуяк, ну, захотелось пиздец, короче. Ну, и он, блядь, в коробку навалил, блядь. Какую-то там, не хуй знает из-под чего, блядь. Навалил в коробку, поставил, блядь. Закрыл ее, блядь. И, короче, давай какой-то магазин отгружать, блядь. И он эту коробку, блядь, поставил, ну, с продуктами, блядь. А потом смотрит. И повезло, что, ну, продавщица не приняла эту коробку. Ну, не посмотрели-то. Ну, я хуй знает. Он ее, короче, успел убрать, блядь. Да, ну тут нихуя интересного. Ну, а так, да, блядь. Вот вопрос мотивации тоже. Вот, когда подумайте, вот просто задумайтесь, да. Вот нет более мотивированного человека, чем тот, который хочет в туалет. Тебе сразу на все похуй становится. Это пиздец вообще. Да. Бля, ну это прям как мудрость какая-то сейчас прозвучала. Так это и есть, потому что, ну вот ты представь, вот как ты можешь оправдать то, что ты обосрался или обоссался, да? Ну я очень спешил, да, но я не успел там, да? И, ну у меня не расстегивалась ширинка, да? Или у меня там, блядь, эта температура поднялась, и поэтому я в постели обосрался, да? То есть, ну, видишь, ну... Ну нет, ну, блядь. Нет, все-таки есть объяснение. Да, вот, то есть, блядь. Можно, короче, ну, не оправдаться. А это чисто жизненная ситуация у каждого человека в мире. Такая штука хоть раз была. Ну, он не тот, что обсерился, может, там туалет был рядом у кого. Но было по-любому такое, что вот, ну, ты, допустим, находишься где-то, ну, нет туалета, и много людей. И даже просто, даже уже не подтираться, ничего не надо. И все, прижало тебе. И вот оно вот так, в один прекрасный момент, ты идешь, вроде терпишь, а шаг делаешь, оно пюм, и все. И горгуля была, короче, мысль родилась. Я помню, мы... Либо когда живот будет, понос. Я туда пришел, хотел встать, но я терпел. А потом мне ехать до дома было где-то полчаса. И я пока ехал, терпел. И, короче, я не на тот трамвай сел. Потом пришлось пересаживаться опять и ехать. Я терпел прям, блядь, до последнего. Я шел, блядь, терпеть сал, хотел пиздец. А вокруг, блядь, людно. В итоге я не дотерпел, блядь, зашел в подъезд. Мне, блядь, буквально 10 этажей, блядь, не хотело подняться. В общем, я, блядь, в подъезде насал. Понятно, что нахуй. А еще, знаете, история какая из жизни есть, нахуй. Вот бывает, ну, я тоже ездил, блядь, у знакомой, короче, она в магазине работает, ну, она смотрит по камерам, короче. Ну, кто-то прислал по телефону ей видос, что, короче, в соседнем городе в магазин зашла бабка. Вот кому действительно похуй, да? Ну, или как, беспардонно так. Бабка вроде бы не какая-то инвалидка, ничего там, не на коляске, блядь. Она ходит, ну, хуяк, продукты закидывает в телегу, блядь, все там... корзиночку закидывает, блядь. Ну и ничего, нормально. И тут хуяк, ни с того ни с сего, она потряхивает вот так вот брюкой, и оттуда вываливается дерьмище, блядь. Хуяк, ну, в одном месте, хуяк на кассу подошла там, хуяк еще вытряхнула, нахуй. Просто посрала в магазине, прям на ходу, нахуй, прикинь. Не, ну вот это вот дичь. А то, что вы до этого описывали, ну это, блядь, просто жизненная ситуация, неудобные. Так а тут тоже жизненно, и вот тоже, ну, вот просто задаться вопросом, да, ну бабка, она реально, или с каким-то отклонением серьезным, что она не понимает, что, ну или ей реально похуй на людей, то есть. А может быть... Ну, если бы она не понимала, она бы навряд ли штанину там... Не, вот так по ней смотришь, ну, она да. Все, по ней, по виду она полностью здоровая, а может быть там... с желудком, с кишечником какие-то проблемы. И она вот даже вот она зашла, все нормально, четко все ходило, а в один прекрасный момент шла, и ну как там, недержание или там... Да, 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 ну это понятно, ну просто, ну человек... Это бывает еще с нервами связано, да. Типа, слабый желудок. Вот у меня слабый желудок, типа, я постоянно... Да нормально, типа, я обычно так же делаю. Все мне плохо становится. Бидон, не люблю, что ты сказал, уйдет, да? Топа тоже там что-то не зайдет. Топа не зайдет, Давакин. А Давакин да. Что-то походу отмена, да, все? Ну хоть трэш почистили. Ну, может, до завтра, ну? Расход. Ну давайте до завтра, ну хули. Уже, может, блин. Тогда сходим, что-то там не донесли. Ой, блядь, сапроты раздал просто по три, нахуй, и прочинили да. Все это время, ну, блядь. Че, обратно в ГБ кинуть? Не, не надо, оставьте все на завтра. Так, кинуть. Вопрос. Биг Дэм, мы сейчас пойдем в ГМОП?
На 4, да? Че, какая-то ИПшка будет или уже давали, я не помню. Да я давал, давали. Забил, уже похуй, остальное завтра. Да, обидно, конечно, блядь. Вот про эти туалеты договорили. Ну, вот про вот эти туалеты заговорили. Да, всем пока тогда. До завтра. Да, да. Пока. Пока. В армии в основной части служил. Там, короче, просыпаешься.